начал давить, люди сначала стояли против ОМОНа, потом начали постепенно сдвигаться. Теперь ОМОН оттеснул людей к обочинам, но люди не расходятся, скандируют. Начались задержания, подъехали автозаки, один из них преградил Мясницкую. Людей, ОМОН действует очень жестко, очень жмет, прижимает к стене дома, вот сейчас к почте прямо к дверям прессует, людей прижимает. Людей, по моим оценкам, сейчас осталось тысяч, не знаю, тысяч, я думаю, 5 все равно есть. Реально много. Чем было? Я не знаю, сколько было, я не думаю, что было 10, потому что, может, не хотите, я не видела. Но сейчас очень много людей, они по-прежнему стоят везде на обочинах, на тротуарах, не уходят, периодически пытаются снова идти в сторону Мясницкой. Там везде около метро толпа, все поднимают какие-то плакаты, что у кого есть. Крики, там вот к почте сейчас ОМОН прижимает людей, крики совершенно жуткие, девушки визжат, по-моему, там какой-то явно... Вроде да. Я тебе еще позвоню. Давай. Алло, слушай, тут пипец вообще. Тут пипец вообще. Что сейчас происходит? На Мясницкой, на площади. Я уверен, народу 7-8 было на митинге. Сейчас я почти народ, вот это, спики, да. Ну, такое ощущение, что даже сейчас есть 1000 причин.